Буэнос диас, перцы. Ядерный рассвет снова зарит ваши экраны, а это значит, что мы продолжаем надирать задницы в NFS Most Wanted. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и делайте громче. Будет жарко. Поехали. Итак, на очереди у нас вот эта вот черная жопа. Так, 2 из 4 пари и 2 из 5 побед. Так, что там по паришкам? 12 тачек. 30 тысяч рейтов. Спать хочу. И 6 заграждений. Попробуем откататься. Заодно посмотрим, будет ли у нас четвертый огонек или нет. Заодно и вкатаемся. Потом пересядем на запаршивца и пойдем драть жопы. Да май же ж твою, где-то там есть, во, неужели? Чё, даже призаткнулся, переизбытка чувств, ну ладно, поехали дальше. Код 3 продолжается, у нас 10-10. Вы там, блядь, где? Кто-нибудь видит подозреваемого, или мы его потеряли? Петушки, сука. Нет, вот он, голубчик, сам нашелся. Ребята, я собираюсь прижать. Где там ваша петушиная обойма? Блять, не то сделал. Гонка окончена. Немедленно остановите. Внимание, не выпускайте. Че, блять, не ожидал, щенок? Наш кадр доездился. Авария. Внимание, погоне присвоен статус 2. Бля, Ребзин, уёбнутый или где? Ага, вот он, код 3. У нас авария, повторяю, у нас авария. Нужна помощь. Попробуй перекрыть ему дорогу. Прием. 1033, 1033, высылайте все резервы, код 3, срочно. Принято. Черсбург, мне резать не очень неохота, поэтому дальше кольцо ушпили. Код 6 ушел, прием. А вот он, продолжаю погоню. Похоже, сам он не остановится. Так, попробуем 10.75, если догоним. Или дозабить хуй и поехать дальше по кольцу, потому что сейчас как налетят, полетят. Надо притормозить, надеюсь, он перестанет психовать.
Тыч. Во-во-во. Я на себе намного. Блять, сейчас будет 10 огров. Нужна помощь. Высылайте все, что есть. 5, 4, 3, 2, 1. Хуя. Выходи из машины. Не советую сопротивляться. У нас ДТП. 10:36. Объект пытается скрыться. Он врезался мне в почину и едет, как ни в чем не бывало. Правый 4-1. 10:23. Прибыли. Объект прорвал заграждение. Шпок. Внимание, всем один. Нет. Мы встрели, засады. Половину видоса молчу. Только настроения нет ни хера, погода говно за окном. Я спать хочу. Только просто пиздануть нечего. Какая-то странная херня. Диспетчер, да давайте есть. Все, что у вас есть на этот момент. Все, что есть, я не шучу. Опа. Нарушитель прорвался. Так, 9-я секция. 2, 3, 2. Принято. Стартую на помощь. Нихуя себе, прыжок на всех четырех. Из 12 меченых 7 трупов. Не знаю, чувак, надо. Прыг. Эй, сыщик. Блять, это какой круг? Второй, по-моему. Ну, сейчас заодно и заценим. Будет ли у меня четвертый огонек накапливаться? Внимание, погоне присвоен статус. Вроде как нет. А что это значит? То, что можно выполнить парижки с любовь. К челленджу мы еще не готовы. Диспетчер, где эта поддержка? И где носороги, черт раздери? Группа прикрытия, код 3 к вам. Сейчас они в нескольких милях. Будут через полторы минуты. Свинороги. Я перекрою ему дорогу. Не вступив же он меня. Начинаю. Так, мне еще надо проехать 3 заграда. Это полиция. Приказываю вам немедленно остановиться и выйти из машины. Да ебаться. 10:45. Всем отойти от нарушителя. Была заграда. Объект развернулся. За ним. Короче, тут проехать 2 заграда, потому что рейд мы набить ясен хуй успеем. 1 за. Нарушитель прорвался. Но нужно давить на тапок. Иначе нас выебут. Нас поймают, заломают. И очень жестко. Ой. Браво, 3-3. Доложите обстановку. Он и не думает останавливаться. А поместите старшего по округу. Юх. Блять, дайте мне заграждение, черти. Это 2 Дельта 4. Ха. Мы следили за погоней и перекрыли городовый путь ухода. Сразу 2 пари закрыли. Красавчик. Ага, он догадался. Отталкивает меня. Блядский запорожец. Вот чуть-чуть не успел. Попробую его толкнуть. Дайте дорогу. Правда, теперь пора съебывать.
Вот теперь действительно пора съябываться. Надо притормозить, надеюсь, он перестанет психовать. Угу, не надеюсь, щенок. Прицел. Блин, нахуй. Заехал на стадион. Направляется к другому выходу. Ждите. Я-то урод наоборот. Чё было? О, дорогу копать. Если его занесёт, я... Произошло столкновение лоб-лоб, но, по-моему, все живы. Всё, он меня достал. Я сейчас протараню его. Экипаж выведен из строя. Есть пострадавшие. Блять, какие у них жопы прочные. Блять, немножко не то сделано, ну ладно. А что, собаки меня сейчас не прижали. Дикая хуйня, конечно. Я один, прошу поддержки. Группа экипажей стоит впереди, ждем. Блять, ребят, это дичь, нахуй. Действовать без ограничений. Ну, вроде съебся. Отлично. Внимание всем. Последний раз объект следовал на юг, по Стейт-стрит. Выезды из района будут дично, перекрыты. Дичь, просто пиздец какой-то. Ну, я это сделал. Я спокойненько зарешал все паришечки. Выбираем ведро. Пересаживаемся на запаршивца. Едем откатывать оставшиеся гонки. А их у нас... Блядь, что я делаю? Чем можно заехать? Истреблятель? Выебание, наверное, выебание заедем. По-быстрому, так сказать. Ну, точно, можешь будет по тюрячке попрыгать. Главное, чтобы вверх не пришлось подниматься. Блять, тяжелая жопа, это огромная склонность к заносам. Пока, неудачники. Дебилы, блять. Так, блядь, сейчас главное не обосраться на ровном месте, потому что я еще вроде как не аист катался.
О, здорово, блядь. Тут... Что ж ты делать-то будешь? Меня завыли, получается, забойно. Блять! Хрена, средняя скорость 49. Во шум. И я такой через дорогу ходил. Не тут кнопку нажал. Быстрее, мать его, меня.
вот что это Реллус доказывает. Да что ты будешь делать? Начинать заново. Господи, почему я так хреново сегодня езжу? Половину гандикапа сожрал ебучим неудачным прыжком. Придется очень сильно в тапку, чтобы не пора ебать. Еще надо делать так, чтобы меня не раскидало по всей дороге, как я это очень люблю делать. Здрасте. Короче, я снова не смогу никого догнать. Может, когда-нибудь обгоню, но меня снова уделают. Странно, что я даже в цементовоз не уёбся. Бля! Неужели? Я наконец-то дотянул до второго сраного круга. Сука. Я еще умудряюсь ехать не последним. Посмотрим на статус сейчас. Блять, у них все равно больше.
Это злоебейший, сука. Это злоебейшая, сука, шикана. Просто самое злоебучее, что я когда-либо видел. А я, кажется, просёк стратегию. За счет откровенно читерской связки набрать какой-никакой гандикап, не налажать на проходе. Ну и не делать вот так, как он сейчас. Блять, еще въебусь в стену. Подарок оставил натуральную такую свалочку. Пусть с помощью спидбрейкера прошел это место более-менее чисто, нахуй. Ну, теперь надо уебывать. Ах ты ж сука. Ебучие глазницы. А в пизду. Попробуем быстрее, блять. Серия затягивается, но мне как-то похуй, потому что если уже жечь, то попробуем. Что я сжег половину азота так не вовремя. Сейчас я им нахуй раздам. Ага, блять, раздал. Не, все-таки раздал. На что-то, оказывается, это ведро еще годно. Я вас умоляю. Ничего, фига, серьезно. Разрыв почти в стыд. Так. Бля, ребят, запахло языка.
280, как у тебя такое, а? Я уже задумывался, еще что ли? Да ладно, нахуй. Блять, из-за удара получилось меньше, чем могло бы. Победы из 5. Ну что, по секундомере или потихонечку? Так, на старте у нас было 50 сраных секунд. У нас было 3 пакета травы, ну и так далее. Фу. 6,9, чё-то мало. Это проход через город. Я хуй знаю, скорее нет, чем да. Это Габелло, сразу говорю. Сейчас мы стрянем за секунду было. Что сейчас прилично потерял на вот этом вот старте. Северо-восток. Внимание, жалоба на превышение скорости. Объект двигался на север. По бульвару Сыбия, патрулям в этом районе проверить. Еще что-нибудь? Нарушитель на зеленом Порше. Да, сейчас проверим. 10-6. Вот почему ему морду заворачивают всегда? Я не знаю, как это контрится. Ну вот. Короче, мы опоздали.
прошлый раз было 7.06 на первом часу. Внимание! Поступили жалобы на 10.50. Нарушитель ехал на восток через развязку Петербург. Блядь, кто может принять хуже. Вызов, ответьте. Нужны подробности. Вижу нарушителя, код 3. Уходит зараза, прием. Почему времени так мало дают? Диспетчер, у меня 10.87. Нужна поддержка. Вас поняли, Чарли 8. Есть свободная машина, направляю к вам. Главное, что меня сейчас после очередного поворота не распедалило. Новостей нет, оповестите соседние районы. Он таранит нас, прием! Да вы чё, хуели, орки? Опять на том же месте. Саров уматывать. Что один-то не заладился. Статус 10-8. Диспетчер, нужно подкрепление. Все свободные машины. Срочно. 10-4, Чарли 8. Подкрепление уже выехало. Всем сбавить скорость. Тормозим. Мы его еще возьмем. Так, один чмурь доездился. Тупой мусор. Да блять, мусора повсюду. Меня на этом ебучем мосту обложили. Угу, хуяк. Вот здесь меня мусор Шмидт точно не найдет. Парик. Чик.
Фу, блядь. Я так понимаю, что на этом моменте можно прерваться. Надо пиздец какой-то. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх. Дальше вы знаете, что делать. Ну а пока. Пока.